Всем привет, меня зовут Князев Данила, мне 30 лет, родился я в Магаданской области в селе Ильген, закончил музыкальную школу по классу балалайка, уже в 6 лет занял второе место в областном конкурсе балалайшников. Вторую половину своего детства я прожил в Краснодарском крае, где на удивление своих родных и близких взял первое место по району на конкурсе бардовской песни под гитару. В 2009 году я окончил Кубанский государственный университет по специальности государственное муниципальное управление, которое находится в городе Тихорецке Краснодарского края. После университета я выполнял свой воинский долг в ракетных войсках специального назначения. Гитара была у меня вечным спутником как и во время службы, так и во время моей жизни. После демобилизации я решил уехать в Московскую область. Здесь я женился на прекрасной девушке Александре. Она мне подарила сына год назад, Арсения. И с недавнего времени я работаю в компании «Сладкий орешек», мастером участка. И теперь живу как в шоколаде. До сих пор не могу поверить, что я прошел финал конкурса «Караоке Баттл». Верьте в себя, все сбудется. И пусть победит сильнейший.